Так, первый вопрос. Давай по матчу с Сильвином. Давайте. Что получилось, что не получилось? Считаю, что сыграли в целом очень даже. Вот. Единственное, что немножечко в конце расслабились в первом тайме. Вот. Позволили сопернику сравнять счет. Ну, во втором уже как бы тайме взяли игру, в принципе, под этот контроль свой. Вот. Ну и выиграли, по-моему, 9-2 или 8-2, что-то такое. Ну хорошо, перейдем тогда ко второму матчу. Почему так получилось, что тяжеловато вы вкатывались в игру, и вот до конца самого не было понятно, кто из вас победит? Ну, как уже, я думаю, студенческая футбольная лига знает у нас все, ну вот все вот как бы матчи с Лезговта, ну вот такие получаются эмоциональные, интересные, вот. Не знаю, наверное, мы все-таки слишком как бы много позволили сделать сопернику. Вот. А там ребята нас уже, ну, скажем так, ну, это, короче, прибили уже. Вот. Ну, все-таки как бы потом вырвали на, не знаю, морально, наверное, волевых качествах. Вот. Стало у нас, короче, получаться все. Вот. Ну, вот, в принципе, вот так сопернику как бы, ну, отдельное спасибо, интересный очень матч получился. Ну, давай, последний вопрос. Что-нибудь обещал капитан за две победы? Обещал нас всех сводить в шаву. Все, спасибо тебе большое, с победой. Спасибо.